продолжит наш концерт, изначально не была написана ни для какого фильма, а написана она была около 90 лет назад. И с тех пор она приобрела такую популярность, что режиссеры сами стали использовать эту песню в своих кинофильмах для создания колорита эпохи. Так что мы можем услышать ее в таких фильмах, как «Покровские ворота» или «Место встречи изменить нельзя». Номер «Неудачное свидание» Александра Цфасмана на слова Бориса Тимофеева исполнит Юлия Форсова и Константин Месропян. Свидание, мечтала встречи, как всегда. Я улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, сказала да. С утра побрился и галстук новый, горошек синий я надел. Купил три астры, в четыре ровно я прилетел. Я ходил, и я ходила, я обождал, и я ждала, я был зол, и я ушел. И я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, тот же час. Смутившись, сказала да, 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 да. С утра побрился и галстук новый горошком синим ты надел. Купил три астры, четыре ровно ты прилетел. Я ходил, и я ходила, я вас ждал, и я ждала, я был зол, и я сердилась, я ушел, и я ушла. А я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, тот же час. И я сердилась. Я ушел. И я ушла. Мы были оба, я в аптеке, а я в кино искала вас. Так значит завтра на том же месте, в тот же час. Песню Остапа Бендера.